В отделении неотложки Пытьякской больницы работают 4 бригады, 47 фельдшеров и врачей. В основном это опытные специалисты. Недавно ряды медиков пополнили и молодые кадры – выпускники из Омска, семейная чета Тадеуш и Екатерина. Несмотря на небольшой стаж работы, им уже не раз приходилось по-настоящему спасать жизни. Ездили на ДТП, там было несколько пострадавших, из них была девочка-подросток, ей больше всего нужна была помощь. Мы очень быстро оказали помощь и привезли в больницу. Сейчас не все хорошо. Пациент выздоровел, ты его встречаешь на улице, то есть это, наверное, своего рода какой-то кайф, когда видишь человека живым и здоровым. Сотрудники скорой помощи выполняют, возможно, самую сложную, особенно во время пандемии, работу. Они всегда на ногах, первыми входят в контакт с больными, находясь в группе повышенного риска. Тяжелый труд по 12 часов в смену энтузиазма у молодых фельдшеров не убавляет, даже если вызов поступает на небольшую температуру или слегка повышенное артериальное давление. Реагируем, ну, обычно, как положено на вызовах, то есть не осуждаем, никак не ругаем. То есть, как положено, осматриваем, оказываем помощь, если она нужна. Если нет, то просто объясняем, как себя вести в данной ситуации. Я, допустим, наоборот, рада, что вот муж у меня тоже в медицине, он меня понимает, я домой прихожу, и мы вместе как-то отдыхаем, гуляем, расслабляемся. Основными качествами, присущими хорошему фельдшеру, молодые медики считают коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение принимать быстрые и слаженные решения. Внимание ко всем в данной ситуации, к пациенту, когда оказываешь помощь, потому что бывают всякие ситуации, когда оказываешь помощь по одному заболеванию, и резко возникает другое. Нужно понять, когда оно возникло, чтобы предотвратить последующие осложнения. Самые разные звонки с просьбой о помощи поступают на пульт к фельдшеру по приему вызовов. Кареты скорой выезжают круглосуточно. Неотложные и фельдшерские, врачебные и акушерские бригады спешат оказать квалифицированную помощь тем, кто в ней нуждается. В Омске мы в основном работали по городу, а здесь есть такая, то, что мы выезжаем за город. Транспортировки также, вот Сургут, Нефтеюганск. По месторождениям ездим, тоже оказываем помощь. К нам в коллектив пришло 5 новых специалистов. Вот. Они зарекомендовали себя как хорошие специалисты, грамотные, очень отзывчивые, компанейские, ну, настоящие скоропомощные специалисты. Сами медики признаются, что в скорой нет случайных людей. Стойкость, самоотверженность, бесконечное терпение, милосердие – это каждодневный труд выездных бригад. К сожалению, сумасшедший рабочий ритм выдерживают не все. Часто выгорают и уходят на более спокойное место. Нехватка врачей скорой медицинской помощи существует и в нашей больнице. Зато штат квалифицированных, знающих, добросовестных и ответственных фельдшеров укомплектован на 100%. Гуля Елистратова, Алексей Рудич, телекомпания «Пытьяк-Информ».